Здравствуйте, дорогие друзья! Нам, наверное, как и многим из вас, масок в аптеке не хватило. Говорят, они периодически там появляются, но, как вы понимаете, сегодня ходить в поисках масок по аптекам не очень-то хотелось бы. У нас есть вот такая маска, одна на всех. После многочисленных стирок, как вы понимаете, она превратилась в что-то не совсем приличное, поэтому я предлагаю пошить маску своими руками. Думаю, у каждой хозяйки найдется кусочек хлопчатобумажной ткани. Даже если новой ткани нет, всегда можно взять какую-нибудь неиспользуемую наволочку. Но это только в том случае, если ваш муж согласится ходить в розовой маске в люди. По такому поводу я даже расчехлила свою старую швейную машинку, старую добрую, за которую не садилась уже, наверное, около 2 лет. Но даже если у вас нет швейной машинки, такую простую маску вы легко пошьете с помощью нитки и иголки. Берем кусочек ткани 25 на 30 сантиметров, складываем его пополам и прошиваем боковые швы. Нижний шов нам тоже нужно обработать, поэтому загибаем края внутрь и здесь также прокладываем строчку. Теперь нам нужно сделать складочки. Мы загибаем таким образом нашу будущую маску. И вот, чтобы легче было проложить шов, мы отутюживаем. Прокладываем шов, который, я напоминаю, можно сделать и с помощью нитки и иголки. Нам осталось пришить резинки. Вот такая медицинская маска получилась у меня. Ее можно стирать, утюжить и носить снова и снова.